Всем привет! Давайте нарисуем пейзаж «Утро в горах». Я использовала акриловые краски и трафарет. Вырезаем ломаные линии, чтобы они были похожи на горы. Ну, для нанесения красок можно использовать обычную губку для посуды. Вместо палитры я использую, как видите, обычный самый файлик. Да, вот так вот я набираю красочку на тампон, да, на губку нашу, и можно закрыть небо. Дальше берем трафаретик. Ну, в принципе, видео все понятно. Самый дальний план светло-голубой, и все последующие планы будут каждый темнее. Закрываем то, что мы уже прокрасили. И следующий слой каждый у нас более темный. Просто намешиваем красочку, меньше добавляем белого. У меня, в принципе, три голубых цвета. Этот у меня уже чистая красочка, темный, ну, такой голубоватый, да, без белил. Следующий будет вообще уже темно-синий. Я использую одни и те же трафареты. Видите, я их просто переворачиваю то в одну сторону, то в другую. Можно слева направо, можно кверх ногами. Получается, в принципе, очень симпатично. То есть просто подбираем, чтобы у нас закрывалось предыдущие прокрашенные участки. Ну, в принципе, можно было бы оставить и так. Ну, мне захотелось оживить пейзаж деревьями, поэтому передний план прямо я взяла ярко-черной красочкой, его перекрыла. И дальше деревья. Смотрите, кто заходил на мой канал Анна Иванова Арт, на нем есть осеннее дерево, рисуем. Как рисовать дерево, да, уже этот мастер-класс есть, можете его посмотреть. В принципе, и так все понятно. Я использую для дерева испорченную кисточку. Видите? Кисточка, которая побывала в клее. Она очень хорошо передает листву. Я надеюсь, у вас все получится. Пишите в комментариях, у кого получился такой пейзаж «Утро в горах».